Привет из солнечного Петербурга, меня зовут Валентин, и мы с вами сейчас находимся на станции метро Васильевский остров, а именно на выходе из Конка Кофе, такой вагончик. Мы сейчас наверху, я взял чашку американо и предлагаю вам вместе прогуляться по очень интересному и увлекательному маршруту. В любое время, в любом месте, Питер в твоем кармане. Ну а первый наш пункт нашей с вами прогулки — это Румянцевский сад. Позади меня вот такой замечательный фонтан. А здесь вот такой вот обелиск Стелла. А второй пункт нашей с вами прогулки — это Академический сад. Вон там. Все. Здесь мы с вами можем рассмотреть внутренний двор университета живописи. Если повезет, то можно даже повстречать живых настоящих лошадей. Они здесь тренируются. Следующий наш пункт – это трубачерия. Здесь готовят очень вкусные домашние трубочки, как в детстве. И, собственно говоря, мы сюда сейчас зайдем, с вами купим, наверное, трубочку, да? И выпьем вкусный кофеечек. Пойдем. Да, прям сгущенка варится у вас, да? Классы, трубочки. Жарко вам здесь, бедные. Большой вариант. Взял кокосовую вафлю. Еще один американо. Очень вкусно. Как в детстве, как дома. Очень вкусно. Следующий пункт нашей с вами прогулки — это косая линия. Только не путайте с косой переулком. Скорее, полтора. Пойдемте. А там все, что необходимо для занятий магией. Как видите, это отнюдь не косой переулок. Это такая чисто сугубо промзона. Косолея. Ну и последний, самый значимый пункт нашей с вами прогулки — это музей современного искусства эр-арта. Эра арта. Оказались подделками. Кроме того, похищен знаменитый крик Эдварда Мунка. За информацию о полотнах объявлено вознаграждение в 10 тысяч. 10 тысяч? Алло, полиция? Вы позвонили полицию. У нас уже есть такая традиция маленькая. Когда куда-нибудь выбираемся, почему-то всегда на Васильевский остров, то мы берем джин-тоник. Такой здесь вид. Можно внутри посидеть и снаружи. Очень здорово. Я люблю с лимончиком. С лимончиком люблю я.
женщина с остальными яйцами.